И всем привет, с вами Макс Роблокрафт. И сегодня мы будем искать динары. Да, это сербская валюта денег. Но нет, не потому что я еду в Сербию, а потому что мой фанат, ну, который тогда забирал меня в тюрьме, и на 250 рублей делал квест и на колонки. Он как бы это решил, что я должен получить динар. Ну просто, потому что рубли это неинтересно, скучно, старомодно. Итак, он написал, опять же, в своей записке. Так. Сейчас прочитаю. Ой. Да. Что он написал? Он написал: «Привет, это снова я, твой фанат. И дальше он пишет, что... Первая подсказка лежит на полках где-то, а вторая в городе. Давайте начнем с самого сложного, с города. Нет, тут нет. Ананас. Нет, в ананас. Нет, в ананасе тоже нет. Итак... Где нас, может быть, еще? Может быть, тут? Нет, может быть, тут? Нет, ребят. Тут тоже нет. Где это может быть? Так, так, так. Да, вот. Лего Хогвартс. Вот, короче, все. 10 челиков. Смотрите, может быть, в туалете? Нет. Тоже нигде нет. Может быть, в автобусе? Нет, не видно. Точно! Давайте в Хогвартсе проверим. Нет? Да вроде нет, ребят. В Хогвартсе ничего не вижу. Так, так, так. Так, так, так. Наверное, я догадался. В самолете. Нет, ребят, тут тоже ничего нет. Кстати, а чего у нас тут вот только одна открыта? Я хочу второй лазер. Опачки. Так. Достаем записку. Давайте ее откроем. Смотрите. Двое. Двое. Так, так, так. И следующая записка на полках. Давайте искать. Наверное, тут? Нет. О, сразу понял. Нет, ребят, тут тоже ничего нет. Не понял. Чего? Это не моя копилка. Подождите, может быть, об этом что-то в записке написано? Может быть, это пасхалка какая-нибудь? Это записка. Начальная. Да, короче. Начальная записка. Что тут у нас? Копилка моя. Забыл взять с собой. Извини. А, ну ок. Все равно это копилка у вас. Проверю сейчас, а то вдруг наврал.
Нет, ребят, ничего нет. Где же эти динары могут быть? Так, это обычно такая штучка делают, чтобы сворачивают. Кстати, смотрите, если надену эти очки, я буду похож на эмблему познавателя. Кстати, кто тоже смотрит познавателя? Мне вот конкретно нравится Валера. Да. Да, мне очень нравятся их серии, я даже на них подписан. Так, ребят, египетский папирус. Смотрите, это, короче, вот это Сибек, вот это, а это Ра. А тот-то тут нет. А это про этих богов у нас, написано в учебнике. Давайте искать. В коробке с бакуганами. Нет. В машине. Тоже нет. В коробке. Нет, ребят, там тоже ничего нет. Так, ребят. Верн, ты видел что-то? Нет. Он такой, нет, конечно. Так, где же это записка? Кстати, ребят, я вам сейчас помогу найти кое-какую пасхалочку в видео. Подсказка. Называется так же, только по-английски. Подождите. Должно быть только две записки, но я напишу еще третью. Так. Вот, чтобы уж точно. ВКА. Ничего не напоминает, а? У всех взрослых это есть на телефоне. Пишите в комментариях, что это за пасхалка. Что это за приложение? По-английски, конечно. Так. Теперь надо еще понять, что такое ВК. Так. О, разруха такая. Короче, ребят. Я тут сделаю небольшое ускорение времени. И мы посмотрим с вами, что же это такое. Да, я сделал ускорение времени. На самом деле, я это подключил на монтаже. Но вы, наверное, все это понимаете. Это в кейсе. Кейс. Кстати, а у нас тоже есть кейс, и там хранится у нас мишень. Там папа стреляет из пистолета. Но это давно еще. О, деньги, вы где? Вы тут? Да, не тут. А, нет. Подождите, ребята. Все, ребята, я нашел все деньги. Опа, опа. Сербские динары. А давайте, кстати, почитаем, сколько их. Смотрите. Смотрите, 50. Вот, чтобы я вас не обманывал, это так написано, вот, на сербский.
50. Дальше, смотрите, ребята. Еще та же самая купюра по 50. Это уже 100. 20. Вот такая вот купюра с монахом. Дальше. Ну, как бы такая же купюра. 20-ка с монахом. И 10-ка. Это у нас 140, получается. А, 150 динаров. Ровная сумма. А это у нас с чем? А, вот с таким вот челиком. Понятно. Ровно 150 динаров. Ну что ж, ребят, это был я, Макс Роблкрафт. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и лайк. Всем пока!